Блогеры, артисты, музыканты приехали сразиться с командой администрации Одинцовского округа. На футбольном поле центрального стадиона состоялся товарищеский матч-реванш. Уже забили гол. Ну да, уже ведем 1-0. Становится уже такая добрая традиция. Сегодня у нас ответный матч. Мы уже в октябре в прошлом году встречались с командой «Стармикс». На поле шла упорная борьба. Игроки обеих команд были настроены крайне решительно. Два тайма активной атаки, и гости стали уступать. Но надежды звездные спортсмены не теряли. Мы настроены на победу, потому что в прошлый раз мы ее упустили прямо из рук. Вели со счетом 5-2 и проиграли там за 10 минут 8-5 или 7-5, по-моему. Но сегодня хотим, чтобы Одинцова показала свое гостеприимство. И мы сегодня одержали победу. Чтобы 1-1, а уже в третий раз посмотрим. Одинцовская команда показала свое гостеприимство, но вот победу отдавать не собиралась. Матч-реванш завершился со счетом 6-6, после чего в ворота звездной команды забили гол по пенальти. Итог 7-6 в пользу хозяев поля. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».